Всем огромный привет! Сегодня у нас распаковка посылочки от Yves Rocher. Заказ у меня был по каталогу, который прислали ко дню рождения. Вот такой был каталог. Что я тут заказала? Аромат, туалетную водичку, вишневый цвет. Заказала вот такой крем для лица, 119,50 он предлагался. 539 гривен была водичка. Ну и, конечно, подарки. И плюс меня еще консультант раскрутила еще на одну позицию. Так. Заказ был вот на такую сумму. 787,40. Ну, поехали. Что у нас тут? Так, прислали новый каталог. Вот такой красивый. Интересно, я еще ничего не смотрела, не знаю, что нам тут предлагают. Ага, сейчас сразу быстренько. За 299 гривен заказ предлагают тоже хорошие подарочки. Также можно выбрать и ароматы. И следующий за 579 гривен предлагают подарок-сюрприз. Хорошо, мы потом посмотрим этот каталог обязательно. Сейчас я, наверное, все вытащу, чтобы не шерудеть коробочкой, и буду вам по очереди показывать. Ну и первый мой заказ, который был, это такая туалетная водичка. Здесь 100 миллилитров. Называется она «Вишневый цвет». Очень красивый аромат. Это хоть идет и моноаромат, но он такой играющие. Первый раз послушали какие-то такие ноты, второй раз уже как-то по-другому. На теле вообще по-третьему. Мне очень понравился он. Я уже думала его оставлять себе, но девочки у меня его забрали. Очень классный аромат. 100 миллилитров. Я не буду распечатывать, все знают, как выглядит просто дизайн. Обычная бутылочка из белого стекла прозрачного и наклейка. Следующий, у меня закончился уже мой крем от Yves Rocher зеленой линейки, эликсир, по-моему. Я заказала такой календула 50 миллилитров. Хотела повторить, конечно, эликсир, но цена сейчас немножко завышена, как бы для меня дорого. Поэтому взяла на пробу с календулой дневной ночной крем для лица видновливальный. Дневный ночной. Вот такой крем буду пользоваться. Так. Как всегда, консультант меня раскрутила на еще один наборчик. Ой, мы вам можем предложить, у нас есть такая пропозиция, тра-та-та, тра-та-та. Значит, это у нас идет дезодорант, да. Еще от Yves Rocher я не заказывала ни разу. Что нам тут пишут? Дезодорант, антипреспирант. Так, и индийская бавовна. Цветы индийской бавовны. Боня! Боня доедает розы на подоконнике. Сидит и сухие листочки. Вот такой шариковый дезодорант. Мы его раскроем. Вот обычный шариковый, да? Сейчас послушаем, как он пахнет. Легкий такой аромат. Цветочный, приятный. Оставлю себе такой дезодорант. Буду пользоваться, а то я все Эйвоном, Эйвоном. И второй продукт из этого набора — мимоза квитка бавовны. Гель для ванны 200 миллилитров. А сколько этот набор стоил? А, он стоил 129 гривен. Вот этот наборчик, дезодорант и гель для душа. Сейчас мы послушаем, как пахнет. Ну, такой здесь аромат понасыщеннее, чем в дезодоранте. Ну, тоже очень свеженький, приятный летний такой аромат на лето. Вот такой был гель для душа, такой набор. Так, дальше я выбрала в подарок вот по этому предложению. Предлагали из 10 продуктов выбрать один в подарок. Я выбрала вот такую парфюмированную водичку 50 миллилитров Evidence. Да. Вот такую. Бергамот, даманская роза, эссенция пачули. Там, где есть пачули, мне все нравится. Вот такая красоточка пришла в подарок. Зафольгирована. Нигде ничего не помялось. Вообще красотка.
У меня уже была одна такая в подарок водичка, она у меня ушла на продажу, забрали. Так, следующий подарок, по-моему, или за быстрый заказ, или как. Я уже, честно говоря, и не помню, как они там предлагали. Сейчас посмотрю. Да, подарунок за швидке замовлення. То есть за быстрый заказ предлагалось с кристаллами Сваровски колье. Так, открываем. Вот такой мешочек, аккуратненький, красивенький. Колье с кристаллом Сваровски. Размер ланцюжка 43 сантиметра, диаметр кулона 0,9 сантиметров. Цинковый сплав, медь в составе. Ну что, распечатаем, посмотрим, что это там за драгоценность такая к нам пришла в подарок. Я, честно говоря, не по бижутерии. У меня ее особо и нет, я ее не покупаю и как бы не особо ей интересуюсь. Это не мое. На ком-то мне нравится, на себе я чувствую, что я как новогодняя елка. Так, здесь такая идет бумажечка. И само колье с кристаллом Сваровски. Открываем. Тоже запечатано в бумажку. Вот такая красотулька блестящая. Типа золотая, да? Цепочка-прицепочка. Уберем эту бумажку, чтобы не портился вид. Вот такой кристаллик переливается. Цепочка желтенькая. Здесь вот так. Можно регулировать длину. Ну, такой миленький, приятный. Может, и буду носить. Не знаю, посмотрю. Вот такое красивое колье. Очень нежное такое. Красоточка. И один, два, третий подарок. Это за быстрый заказ. Это первый подарок. И за сумму больше 579 гривен. Третий подарок. Боже, мои тюльпанчики. Это что? Я сразу и не поняла. Это сумка. Вот ее размеры. 40 на 20 на 35. Полипропилен состав. Ну что, откроем сумочку. Посмотрим, что это за сумка. Вроде бы я еще ни у кого не видела в обзорах такой сумки. Ой, она такая огромная. Сейчас я ее открою и вам покажу. Вот смотрите, такая она огроменная. Плотный такой этот материал. Он такой типа клеенка, типа картона. Вот, на вкус и цвет. Здесь широкое огроменное дно. 20 сантиметров. Такое зелененькое. Ну, это такая не сумка, это сбоку, смотрите. То есть сюда влезет, не знаю, половина моих запасов косметических. Огромная торбеха, ходить с ней на рынок. Скупаться вот этим вот спиногрызом. Ты пришла тут, все ей интересно. Ну, такая прикольная торба. Я даже не знаю, буду я с такой ходить или нет. Так, ручки, какие здесь ручки? Вот такие тканевые тоже, плотные. Так прошито. Может, я так показываю, вы не все понимаете. Ну, огромная торбеха, конечно. Может, кто-то такие любит, с такими пользуется. Может, и я буду с такой торбой ходить. Ну, не знаю. Может, так что-то в нее сложить. А может, и буду. А чего нет? Спасибо Евроше за подарки. Здесь еще такая была вот эта штучка. Это мне надо все сейчас утилизировать, потому что мои спиногрызы это могут съесть. Ну и все, девочки, вот такой был заказ. Аромат, крем, набор дезодорант, гель для душа. В подарок парфюмированная водичка, колье с кристаллом Сваровски и такая вот сумка. Ну, я считаю, нормальные подарки. Хоть я и не по бижутерии, но колье мне понравилось. Да. Evidence, вишневый цвет. Крем можно уже сразу распечатать. Давайте мы его распечатаем, посмотрим, какой он по своей структуре. Грета, я знаю, что ты сюда хочешь. Она у меня тут валяется в лотке на столе. Боня ее не достает, и она тут сидит.
сейчас мы это все раскроем таким варварским способом. Календула. Календула. Почему моя одногодка? 77-го года. Выпустили крем в 77-м году. Такая коробочка. Выбрасываем. Стеклянная баночка. Белая крышечка. Пластиковая. Крем не зафольгирован. Вот такой идет. Ой, какой аромат. Очень приятно. Ой-ой-ой, девочки, слушайте, смотрите. Смотрите, крем. Крем. Я не могу его пока набрать. Ну-ка. Вот так сюрприз. Конкретный крем. Хоть бы он не был такой жирный и питательный. Угу. Аромат очень приятный, пахнет травками. Ну, он такой плотняцкий, ну вообще, ну вот как. Я же грязными руками туда залезла, столько всего перепробовала, ну ладно. Этот верхний слой можно потом лопаткой аккуратно снять и уже чистыми руками туда залазить. Пахнет приятно, ну вроде бы, да, он такой жирноватый. Я не могу сказать, что он легкий, легкой консистенции. Дневной, ночной, два в одном. Конечно, желательно пользоваться отдельной серией, дневным и отдельно ночным. Ну, ничего, я думаю, пойдет. Такой блеск еще есть. Жирненький, питательный. Да. Ну, буду тестировать. В последующих видео буду вам рассказывать свой отзыв, понравился или не очень. Ну, пока аромат мне нравится. И нравится, что он... Он уже почти впитался. Он хорошо видно. Ну, на руке впитался. Здесь на руке, конечно, другая кожа. Не такая, как на лице. Будем смотреть, как на лице поведет себя. Все, не буду вас долго задерживать. Всем спасибо за внимание. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Мне все это будет очень приятно прочитать, посмотреть. Так что всем пока. Удачного всем дня.